это тянется, да. Надо здесь побывать, чтобы увидеть ту красоту. Всем привет, друзья! Особенно тем, кто скучал по пикам. И в этом выпуске вы увидите много грязи, хотя это не самое привлекательное из всего видео. Вместе с вами прогуляемся среди облаков, под дождем, прохладно, и насладимся всем этим видом. Посмотрите на снежные вершины с разных ракурсов. Итак, добрался до Чимбулака. Смотрите, красивые облака, зелень. Любите подниматься в горы? Не любили бы, не были бы здесь. Вот это самый лучший ответ. Душа требует остановиться и это все заснять. Ой, дачи. Спасибо и вам. Уже и дождик начался, хорошо, есть с собой дождевик. Уже настоящий рассвет. Эти краски постепенно ложатся на горы, и мне еще подниматься минут 40. Ну что ж, опять горячий чаек с конфеткой на высоте 4050 метров. Вся красота, которую сейчас вы видите, находится на северном склоне Тяньшанского хребта Заилийского Алатау, вблизи города Алматы. Человек, который ни разу не поднимался, может просто взойти на вершину Комсомола. Или в данном случае Нур-Султана. 4374 метра. Спасибо, ребят, что участвуете в таких мероприятиях. Не сидите дома. Наслаждайтесь жизнью. И на этом всем пока.